Привет всем любителям кино! Disney продолжает снимать игровое кино про своих самых популярных анимационных персонажей. Кристофер Робин – новая сказка, ориентированная одновременно на детей и взрослых. И насколько хорошая она получилась, ответят критики. Олег Петров, Уралвеб.ру, оценка 6 из 10. Кино со своими странностями и достоинствами, но в целом скорее приятное. Посмотреть его можно, но не настраивайтесь на веселую детскую комедию. Взрослой мелодрамы в этом фильме не меньше. Дарья Лошакова, Веборг, оценка 7 из 10. Пусть постер и трейлер вас не обманывает. Кристофер Робин, хоть и диснеевское кино, но с британским флером и большой долей рефлексии. Детям игрушки могут и понравиться, но в отсутствии экшена они скорее всего заскучают. Анна Кравченко, Иви, оценка 7 из 10. Фильм получился атмосферный. Перед нашими глазами та самая старая добрая Англия. Лондонские улицы, загородный пейзажный парк с мостиком через речку, красные телефонные будки и даблдекеры, купе железнодорожных вагонов, куда вот-вот войдет кто-то из произведений Агаты Кристи или Конан Дойля. Егор Парфенков, Канобу, оценка хорошо. Кристофер Робин – добротная сказка для взрослых, которая сплошь состоит из фан-сервиса и скучной, но все еще трогательной истории о семье и ребенке внутри себя. Вероника Скурихина, киноафиша, оценка хорошо. Удивительным образом кукольные персонажи подчиняют себе мир вокруг. Режиссер Марк Форстер, кажется, специально подстроил площадку, свет, расстановку камер под них, чтобы заставить зрителей преклонить колени перед своим детством. Кирилл Горячок, киномания, оценка хорошо. Это все та же добродушная детская сказка, которую не омрачили даже сероватые виды Лондона. В чем-то Форстеру явно не хватило фантазии. Иногда кажется, будто фильм сделан по учебнику, как снимать семейное кино. Но это не мешает ему быть по-хорошему сентиментальным и просто приятным досугом с детьми. Кристофер Робин не вызвал восторга у критиков, но все же и негатива не было. Ну а идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. Насим Кинодиван прощается с вами. Понравилось видео, ставьте Винни-Пуха и подписывайтесь на канал. Будет много интересного.